вот такой вопрос. А разве у нас есть акции? Да, то есть, конечно, акции всегда есть. И я вам скажу больше. Компания Faberlic сейчас восстанавливается по акциям. Поэтому это видео, мои дорогие, для вас. Ну, давайте заходим на наш сайт компании Faberlic. Вот мой логин, пароль. Пожалуйста, смотрите, да, и у нас с вами есть вот такая ссылочка, да, то есть вот этот вот раздел, есть новинки акций каталога, да, как вы видите, вышло недавно широкий ассортимент нижнего белья, да, то есть цена каталога, вот наша с вами цена со скидочкой, все хорошо в этом моменте, я все заказала, скоро сниму обзор. Смотрите, ну, оно мне еще не пришло, но скоро сниму обзор. Далее, смотрите, вот тут вот сверху, да, вот в этих вот сносках, это онлайн-каталог называется, есть ссылочка распродажи. В распродаже вы можете смотреть, вот видите, сейчас тут цена у меня кверху стоит, да, всякие пробники, мыло 40 рублей, да, вот тут вот есть крем для ног дезодорирующий 73 рубля, да, которым, в принципе, меня и спросили, салфетки влажные, универсальные, какие-то капроновые колготки, и вот тут вот есть странички, да, то есть мы с вами, когда нажимаем показать еще, вот мы с вами видим вот эти вот все лаки, которые я заказывала, да, и так далее, да, шампуни, помады, двойное питание, шампуни, бальзам для всех типов волос. Я его, кстати, очень люблю и заказала побольше, он классный. Да, то есть вот, например, кетчуп есть, да, то есть вот маска, кстати, вот от этого шампуня мне нравится, да. Потом вот всякие каши овсяные, тут есть кремы, комфорты и огромное количество страничек. Можно нажимать «Показать еще». И, в принципе, посмотреть весь вот этот вот ассортимент, да, где я что заказываю. Или очищающая пенка для интимной гигиены, да. Или вот, например, ну, тут трусики пошли, да. И вот таким образом, когда вы листаете, ну, трусиков тут, конечно, да, целая куча. Я, если честно, не листала, не видела, да, решили стринги распродать. Причем в огромном количестве, да, то есть есть трусики в распродаже тоже, да, то есть и когда вы вот это вот все листаете, вот гель для лица, в принципе, да, по очень хорошей цене, он крутой увлажняющий гель, всякие топы, вот такие кюлоты с завышенной талией и так далее, да, то есть леггинсы для девочек есть 300 рублей, я не считаю это дорогим, воды парфюмерные, Бесси, вот, кстати, вот эта водичка, она такая сладкая, приятная, вкусная, но свежесть, сладкая свежесть у нее идет, мне она больше всех, кстати, из Бесси понравилось. А далее, да, там всякие футболочки вот есть с длинным рукавом, недорогие, различные трусики, ну, трусиков тут, конечно, да, юбочки, и вот это вот все у нас с вами находится в разделе распродажи, да, брючки, маечки, топики различные и так далее, да, и от дешевого идет к дорогому. Вот, например, если мы с вами сделаем цену вот таким образом, да, она снова перекидывает на страничку, и тут уже идут комбинезоны, обувь. И у тех, кто зарегистрирован, у них от цены каталога идет 20% скидочка. Да, то есть вот уже подороже идет обувь хорошая, да, качество нормальное, классное. Да. Ну, тут туфли 35 размер, понятно, что уже все разобрали. Вот, так, вот такие вот, по идее, распродажи. Цены довольно-таки классные и приемлемые, я бы вам сказала. А далее, когда мы добавляем что-то, да, то есть в корзину, у нас с вами что-то в корзине уже есть, я не знаю, что у меня тут, да, сушилку для обуви я хотела заказать, ее нет на сайте, да, вот крем для ног, да, то есть дезодорант освежающий, цены, в принципе, не изменились, то есть не на весь продукт, в принципе, в компании Faberlic изменились цены. Когда вы заходите в раздел персональной акции,
У нас тут с вами есть, во-первых, бонус за покупку. Ну, тут маловато, да, стало, но скоро все это восстановится. И также у нас с вами есть VIP-программа. То есть я до сих пор по VIP-программе могу заказывать продукты на выбор. 70% скидочка на какой-либо из продуктов, да, то есть вот, пожалуйста, все это есть. И кто говорит, что 70% скидку убрали, но это убрали за 1000 рублей. 70% скидку у ВИПов, оно как было, вот, вот, пожалуйста, цены, оно так и остается, да. Далее, значит, вот есть распродажи, три вида распродажи, то есть это у нас с вами в разделе, вот в этом вот, персональные акции. Нажимаете на персональные акции, оно есть из телефона, оно есть и из компьютера, и когда вы нажимаете в раздел распродажи, вот, пожалуйста, да, ну, специальная цена на продукт со сроком годности, тут, я не знаю, будет, не будет, кто брать, этого действительно мало, вот, а есть распродажа скидки до 60% для тех, кто не любит вот там на сайте смотреть, да, то есть тут все действительно классно. И вот вы можете посмотреть, что входит в распродажу, да, допустим, гель для душа 80 рублей и так далее, да, тут все более-менее сжато, и вы уже можете нормально сделать, получается, заказ. Кстати, переводные наклейки, а, это для дизайна ногтей, да, лаки, вот я заказывала, вы говорите, их нет в наличии, вот они, эти лаки, которые я вам недавно снимала, вот они все есть, шампуни, да, то есть, в общем, ладно. И далее у нас с вами, так, давайте свернем, распродажа до 80% это BSC. Что тут тоже есть? То есть детали сортировки можно по увеличению, по уменьшению цены, да, вот что у нас самое дорогое. Это тональные кремы, ну вот 300 рублей самое дорогое, да, как вы видите, румяна. Вот эти вот розовые мечты, не до такой степени темные, что я очень люблю ими контурировать, да, делать контуринг своего лица, мне нравится, да, помните, я об этом вам рассказывала, да, тут всякие туши, помады классные есть в распродаже, да, то есть не все убрано, да, то есть далее уход, уход, ну, тут только сумочки, да, какие-то кремы для ног, вот есть бальзамы, есть пенка для интимной гигиены, дезодоранты есть, да, парфюмерные воды, вот все такое прочее. Вот, поэтому, в принципе, распродажи есть, да, вот отвечаю на ваш вопрос. Все есть.